Чем питаются наши школьники? Современные технологии приготовления пищи обсудили сегодня на Всероссийской конференции. Федеральные эксперты и гости из 36 регионов страны собрались в педагогическом университете. Мероприятие началось с экспозиции кухни народов Поволжья. Также к выставке присоединились стенды со школьной кулинарией. Директор 34-й гимназии Людмила Токмакова привезла румяную выпечку. Людмила Петровна призналась, что обедает вместе со своими учениками. Контроль качества и дегустации проводится в школе регулярно. Все пожелания записываются в журнал. Я как руководитель, я просматриваю этот журнал обязательно. За производством мы сразу обсуждаем, где что-то, если не так. Но вы знаете, вот к великому счастью, что вот это нам помогло убедиться, что родители видят, что у нас замечательная бригада, которая готовит полностью пищу у нас в нашей столовой. И выпечка буфетная, которая тоже выпекается здесь. Вот она представлена, эта выпечка за производством. Очень вкусная. Федеральные эксперты приехали в Ульяновск заранее. На этой неделе группа специалистов посещала школу и изучала местную систему питания. Опрашивали преподавателей, учеников и их родителей. Приемка качества прошла. Осталось узнать мнение столичных гостей. Больше всего понравилась открытость, искренность и прозрачность в ответах на вопросы. Потому что, посещая организации, мы видели педагогов, учителей, мы видели ребят, которые искренне рассказывали или делились, как у вас организуется этот процесс. На мероприятие прибыл губернатор Ульяновской области. Глава региона напомнил о том, что в школах организованы брокеражные комиссии. Родители знают, чем питаются дети. Ученики, в свою очередь, выбирают то, что им нравится. Сергей Морозов рассказал о технологиях, которые скоро появятся в учебных заведениях. Скоро для детей будет доступно персонализированное меню. Благодаря этому проекту родители с детьми смогут в личном кабинете собирать, как и в конфигуляторе, индивидуальные завтраки, обеды, с учетом личных вкусовых предпочтений и медицинских показаний детей. Также планируется создание специального онлайн-приложения, которое будет давать подсказки по набору витаминов и микроэлементов. Кибердиетология стартует в 2020 году. Испытания системы будут проводиться во всех региональных школах. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.